радость. Необычное чувство, когда ты был человеком одним, а еще появляется еще одна частичка тебя. Это классно. Я думаю, что каждый родитель всегда все простит ребенку. И, по крайней мере, сейчас, пока дети маленькие, я не могу представить, что бы мог сделать такое мой ребенок, чтобы я не смог ему простить это. Для меня отцовство – это дружба. Дружба с ребенком, дружба, ну, доверительные отношения между нами. Я стараюсь себя вести даже по отношению с детьми не всегда только как папа строгий, а могу там побаловаться с ними что-нибудь. Даже нас мама иногда может поругать за это. Но я думаю, что в этом и заключается настоящее отношение между отцом и детьми. А я бы хотел, чтобы мы чаще выезжали на природу. Я мечтаю о том, чтобы мы, ну, когда дети у меня подрастут, чтобы у нас какие-нибудь велопрогулки были по лесу. Или куда-нибудь выезжали на природу на великах. Вот у меня пока такая мечта, но я думаю, что дети подрастут, и мы ее осуществим. Я думаю, что для каждого ребенка папа – герой. Независимо от того, что какой-то он такой или какой-то не такой. Главное – быть искренним отцом для ребенка, и тогда ты станешь настоящим героем для своего ребенка.